Нина Николаевна Демкина и ее приятельница Наталья – жительницы города Москвы. Их не смущает дальняя дорога, и они приезжают к нам в Видное для того, чтобы еще и еще раз окунуться в мир созидания и творчества. Вот смотри, раз сложили, вот, правильно, и второй сложили. Должен быть очень остренький мысик. Сегодня рукодельницы клуба «Волшебная шкатулочка» заняты изготовлением пасхальных яиц в технике артишок. Я с самого-самого детства занималась рукоделием, потому что возраст большой. В послевоенные годы ничего не было. И мы старались, конечно, все делать для себя сами. Шили, вязали, вышивали. Ой, но рукоделие дает жизнь, любовь ко всему, интерес. Понимаете, все это моя жизнь. Клуб «Волшебная шкатулочка» уже 6 лет объединяет любителей рукоделия. За это время было создано много неповторимых работ, которые можно было увидеть и на выставках нашего города. Первая выставка у нас была вот в этой багетной мастерской. Начали мы с того, что сначала вышивали, все практически вышивают крестом, лентами. Ну а потом понимаем, что нам что-то еще хочется большее. Начали заниматься декупажем. Очень декупаж, конечно, он много времени занимает, потому что есть и кракелюр, эффект старения, обратный, на стекле, на дереве. Много техник. И мы практически в прошлый год мы занимались только декупажем. Очень всем понравился декупаж, все занимались декупажем. И вот девочки сейчас начали вязать шали, и я тоже потихоньку приучаюсь вязать крючком. А до этого вообще не умела вязать. Ну, нравится. Клуб начинался с 5 человек. Сейчас он уже объединяет около 20. Однажды приобщившись к этому чудодейственному делу, человек уже без него не может. Люблю очень рукоделие. Тоже самое с детства занималась, любила и вышивать, и шить. Мама, бабушка показывали. Вот хочется мне, вот хотелось, вот я вот эти часы сделала. Вот буквально, ну, в один день. Вот легли, вот легло просто время, все это. Давно известно, что рукоделие – лучшее средство от стресса. Поэтому, наверное, и желающих заниматься становится все больше. Багетная мастерская, где проходят занятия, уже всех не вмещает. В этом году нас приютила Вера. Мы приглашаем всех абсолютно. У нас приходят и дети даже, то есть любого возраста. Вот, то есть, потому что есть мамы с ребятишками вот к нам приходят, потому что ребятишки тоже, и девочки, и мальчики тоже. У нас в клубе даже есть мужчины, так что это и мужчин мы приглашаем. Людмила Медведева, Владимир Бежонов, Видное ТВ.